Всем привет! Вы не дома, у Данила GameStop. И сегодня я хочу снять такой ролик. У меня был на канале ролик Minecraft игра. И там что-то было. Надо там за 11 минут мне было собрать как больше урожая. А это я хочу сделать видео. За 11 минут надо нам наловить как больше рыбы. Ну, как-то так, я забыл чуть-чуть название видео. Вот, и нам надо за 11 минут как больше наловить рыбы. А мы начинаем. Я все. Вот, одеваю броню, которую я нашел в фуре. Здесь сегодня ничего загадочного не будет. Да и не будет, ребят. Это редкость. Так, где у нас удочка? Вот она, удочка. Ну, надеюсь... Еда мне не надо, я только поел. Ну что, не знаю, там уже надоело мне ловить рыбу. Хочу вам показать то озеро, где живет ведьма из фильма Риколита. Пошли туда. Ребят, я сейчас туда пойду и вам покажу эту речку прекрасную. То есть не речка, а, по-моему, озеро или что-то такого. Вот у нас жители живут. С каким-то бревном. Непонятный дом, надо его потом отпилить. Ладно, я иду. Вы, наверное, такие, да что, еще долго ходить? Да я вот, мне уже долго ходить. А вам-то быстро. Так, как тут пройти нам надо? Вам-то за секунду там проходит, а мне тут минуты. Три. Так. Так. Так, как нам пройти тут? А, вроде вот так. Вот так. Вот так. Во-во-во, да-да-да-да. Так, проходим. Проходим. Чего? Ты что такое? Ты что такое? Ай! Чего? Ой. Ой, я упал. Ребят, это что такое? Я не понял. Мне не показалось. Ого. Тут даже тропиночка какая-то есть. Это что, поезд? Это поезд? Ёлки-палки. Ну, ладно, давайте. Хотя, ну, это рыбалку. Ну, интересно, что это такое? Может, это что-нибудь здание какие-нибудь заброшенные? Хотя, ладно, это рыбалку я брошу. Камни какие-то, щебенка, что ли? Это паровоз? Это паровоз? Реально? Чего? Это паровоз. Да не говорите, что он военный, а? Это как? Это как? Нифига. Вот это не попадосина. Как в него залезть? Тоже, наверное, военный, что ли? Вау, ребят. А как нам залезть? Ребята, попробую удочкой отковырнуть, а вы там пока подписывайтесь, это так легко. Тыкнуть на красную кнопку. Тут паровозы я нахожу, исследую их, а вы не подписывайтесь. Вы же такие же простые люди. Я могу подписаться, и вы на меня подписываетесь. И вам хорошо, и мне хорошо. Подписывайтесь, и я попробую эту дверь открыть, ребята. Фух, она легкая, она же сгнила уже. Наверное, точно старая. Уголь чуть-чуть. Управление поездом. Ну-ка, что это? А сначала... Что-то не работает. Значит, это дудок. Значит, надо завести. Набрать оборотов. Конечно, он уже не поедет. Там линии нету. И так уже старый. И давайте... Давайте вперед-вперед. Ну, конечно, он уже... Все, не работает. И ну-ка, давай дернем. Понял, понял, понял. Ух ты, ёлки-палки. Ну понятно, это не автоцепка. Это цепь. Автоцепь.
Понятно. Я соображаю. Оп-оп-оп. А кто не видел, еще такая есть у меня серия по... У меня есть 4 части в Чернобыле фильма, где взорвалась электростанция, где зомби-апокалипсис, эвакуация там, где я исследую его, и где я приехал и начал его исследовать. И там был заброшенный состав длинный такой, вообще здоровый. Вот хотя я не видел... Я там его исследовал, там всякие вагоны, полувагоны, крытые, там бочки, там всякие ящики всякие, там платформы были, зерновозы. Я соображаю. И тут у нас, если это угольный, тут какие-то подсветки. Это если это угольный поезд, то он, если он на угле, то это значит 45-го года. Потому что в 60-м году появились тепловозы на Соляре. Значит, это паровоз. Ну, тут видно, и он из войны. Потому что тут зеленый вагон военный. Я попробую залезть в него и вернусь. Ха, да залезть-то легко. Но вот где лестница, там полегче. Тут вот надо запрыгнуть, и ой, это все сложно. Вот, он пустой, он разломанный, все, он забитый. А это Т-34? Реально? Это Т-34? Уже вечереет? Давайте на него залезем. Вау, Т-34. Ого, тут мост, что ли? Ай, там мост был, да. Тут вот какая-то столбина, я чуть-чуть ударился. Давайте заберемся на Т... 134, 30, ну 134. Ну, сейчас я заберусь и вернусь. Да вы скажете, что-то я такой радостный. Ну, я, конечно, радостный с такой находкой, да. Ну, что она тут делает? Тоже спрашивают у жителей, но это уже, наверное, у старых жителей. То такие, то им сказали, может, они еще не поняли. Такие у молоденьких жителей. Нифига. Это что? Подождите. Это крутится пушка. На... То есть не пушка, а вот эта вся кабина. Ну-ка, давайте послушаем. Ого. Ну-ка, обратно. Ого. Ну-ка, давайте. Давайте это покрутим кабиной. Ого. То есть не крутим. Это, наверное, поворачивать гусеницами. Ну, конечно, что-то там работает, вот так ты-ды-ды-дым. А вот это что? Нет, лучше не выстреливать. Там, кажется, патрон. Ну да, вот это да. Я сейчас отсюда выберусь и быстрее домой-то уже дождь. О, конечно, меня с находочку и поздравьте лайком и в комментариях. А я пока домой. Ай-яй-яй-яй, я боюсь. Я иду, ребят, домой. Фух, ребят, я домой. Ой, житель. Блин, быстрее, иди. Чё, тебе дома не хватило? Давай, блин. Фух, что это сейчас было? Житель, что ты у меня спишь? Ну, тебя не было, я решил. Да, ага, ты знаешь, что там нашел? Ой, короче, я пойду к деду старому жителю. И, короче, ребята, я вернусь. Ладно, все. И я разузнаю про этот поезд. Эй, дедушка, стой. Куда ты? Я к другу пошел рыбачить. Ага, рыбачить. Ты чё? Чё я нашел? Знаешь, что я нашел? Стой, житель. Стоять. Деда, житель. О, ну стой ты, ладно, все, вот, стой. Я нашел какой-то поезд с танком, вагоном военным. И знаешь, что это? Ну и что? И там еще паровоз, линия и разрушенный мост. Что ты мне хочешь рассказать? И сколько тебе лет? Да все, отстань. Ну, житель, дедушка. Сколько тебе лет? Мне 80. И расскажи мне про паровоз. Ну, это, наверное, военный паровоз. Просто в 43-м году мне дедушка рассказывал. Ой, он умер, я же старенький уже. Вот он мне рассказывал, что этот паровоз
43-м году бросили, потому что немцы окружили его. Ну, конечно, русские выиграли, молодцы, но немцев тоже жалко. Ну, да, конечно. Ну, что, надеюсь, его тоже в музей отправим, как ту фуру. Ну, ребят, вот такая находочка. Конечно, спасибо, дедушка-житель. Да, конечно, пожалуйста, всегда, всегда обращайся. У меня много чего. Понятно. Ну что, всем пока-пока. Вы не дома, а у Данила GameStop были. Ну, сейчас вы дома. Всем пока-пока. Ну, у нас и видосики были, житель. Теперь я нашел паровоз.